они же там эти микрофоны, блядь, облизывают, в жопу засовывают. Опа. Зона Боб. Боб-зон? Бип. Бип-зон. Опять Альтуха там поролся, блядь. Блядь, люди, вы заебали, сука. До сих пор некоторые надеются на Silent Hill от Хидео Кодзимы, блядь. Удачи. Просто... Кодзиму от Silent Hill, блядь. А, удачи, блядь. Silent Hill от Кодзимы, это как? Не, так вот. Так. Я не знаю, сам спроси у людей, которые в это верят, блядь. Хотя, это бред просто. Зима же порвал скорее. О том и речь, Уинхелл, блядь, я-то понимаю, ты можешь мне ничего не объяснять. Я тебе просто говорю как факт, что некоторые люди почему-то отказываются это воспринимать как факт и говорят глупости по типу, о, там, скорее всего, скоро анонсируют Silent Hill от Годзиллы. Да, конечно. От Годзиллы? От Годзиллы, да, тоже. Я понимаю, ты можешь создать игру, которую ты позже назовешь Silent Hill, но это будет что-то типа Resident Evil 8 или 7. Так, Resident Evil, мы знаем, где вы же, блядь. Без прав на франшизу ничего. Хорошо, здесь всё. Хороший. Ну смотри, Callisto Protocol уже вышел, а то будет называться. Там, умирающие закат. Эфир лежит. Блин! А этот ты чё завёл? Утомана спухнул, ранен, молодцы. Всё, я понял, что они сделали. Я заберу... Пока... Забери эту пену. Забрал. В этот раз тут всего один фок. Было два. В тот раз. Чега. Что-то все посмотрели, да? Тут больше ящиков нету. Я только нету. Я медик только взял. Вот фуги. Видишь, что они сделали? Они сделали каждую сторону тумана не квадратной, а бугроватой. Бугроватая? Кстати, когда в тумане ходишь, он... Ну, я не знаю, может это фильтры, может они еще свои добавили. Он красноватый становится, сам туман внутри. Обращали внимание, нет, когда вчера бегали? Да, я же говорил, оранжевый свет, когда они, на них светишь в тумане, они красные. Тут свинья. Ты врешь. О. Сейчас прокину сюда, посмотрим заодно. Еще 20% дадут. Так, а тут на сколько? 3. О. Жоп, да, 3. И чё? Фу-ху! Забей. Поехали. Поехали. Чисто. Softly, softly. The dogs are loose. Так, ну, ячейки здесь нет, она там. У меня пена. Заберете фоги тогда здесь, которые остались? Я все не смогу утащить. Ресурс лакер. 4. Бишоп, ты возьмешь, нет? Возьми, пожалуйста, я тебя прошу. Понятно, пошел ты нахуй.
А у Бишопа что-нибудь, наверное, уже лежит. Да ничего у него нету. Дефичин-то гейминг у него только лежит, блять. Ставь табурет, погнали. Я прокинул еще одни. Давай, как раз. Вот тут вот. Resource box here. Че, есть предложение, короче, знаете какое? Сейчас в той зоне, чтобы батарейку не тратить, оставить ее на этот, на склад. Так я же так и предложил вроде. И вы будете здесь отстреливаться, я буду ходить, у меня этот иммунитет 45%. А, кстати, у меня иммунитет минус 29%. Ну вот, стойте, отстреливайтесь тогда. По идее нормально все. Еще тут работает. А еще плюс у меня скорость девушка, по-моему. Ёб твою мать. Ой. 65% дамаги на втором слоте, блядь. Ништяк. Снимет? Поздно. А там еще остался вот кто-то. Вон. Гигантус? Нет. Не, мелкий. Ну не стреляй. Хорошо. Это уже бот. Ему, да. ему ничего не скажешь. Я попробую его отогнать, да, к себе. Подожди. Две пули, блядь. Моб умер. Не все, не все, не все. Я уже открыл. Ну, пульс 90. И музыка дебильная. Застрял, значит, тут. Серьёзно? Вон бежит. Сейчас прибежит. Я ловлю здесь туда, вот он. Идите, чистите пока. Дебил, блядь. Нормальный. Прикинь, сейчас забуговалась, играет Снэтчер. Здесь ничего не берем, да? Ну, наверное, как раньше, да. А в той зоне тулку-то нашли? Нет. Блять. Я не видел. Давай, я схожу, где. Проверь в терминале, а есть ли она вообще, прежде чем туда валить. Давай. Какая там зона-то? 105. Не все, слышишь? А чё за херня? Блять. Чё за херня? А это гигант идет. Лист, нет, там вообще ничего нет в зоне 65. 605. А, 605. Рефилка. И все. Угу, красиво. Только одна рефилка там осталась. Пингануть ее? Как ты пинганешь-то оттуда? А, ну точно. Сам дурак. Маленькие фоги есть внутри? Нет. Ну давай, иди сюда. Ладно, предлагаю алярм сделать, потом за тулкой сбегать. Я 4 фоги сейчас прокину, там посмотрим, что останется тогда. У меня 4 фоги. О, скинь сюда тогда, наверное. А, у меня же еще и... О, у меня еще яркие светящиеся палочки, вообще забей. We seem to need a blue key card here. Do we have that? Do we have that? Да, кефир. Скинь их духов здесь, пена. Потом... Да. Бэй, бро. А где-то там? Сюда. Я дергаю. Она в тумане синим светит. Давай. Я прокидываю. Прокидывай. Я говорю, как вариант, вам тупо отстреливаться, я буду сканить. А, ну тут первый, да, общий. Спасибо, Бишоп. Тайт the creeps. Меня помыл, блядь. I've tagged them.
Да нет, быстро он сканится. Вот это да, блядь. Tank the creeps. Attack them. Tank the creeps. Нашел. Tank the creeps. Attack them. Tank the creeps. Attack them. Туман, но не видим практически. Заебись тепловизором этим инфракрасным. Пойдем, Альтух, сходишь. У тебя турель там как себя чувствует? Нормально. Сколько осталось? 45. О, как раз пошли назад сходим. Иду. Поищем. Забирай тогда к себе этого дурачка, наверное. Пусть он тебя отметит. Я надеюсь, пропрыгаем за два фога. Чё он там? Кого-то услышал, видел. Он в фоге. А, тебе надо фоги. Ну это на обратную дорогу только теперь. Так что пусть там лежит. И чё мы забыли здесь? Только. Не, в смысле понятно, а, блядь, вот я имею в виду. Ну, догадываюсь. Где забыли? Вот, да вот она, скорее всего, тут в яме в этой в канаве лежит обоссанный. Вот. Я кидаю. Ну, блядь, гадалки не ходи. Да, стой. Господи, ты чё обо мне трешься, дурак, блядь, иди отсюда. А батарейка где? На кластере. Опс. Ничего страшного. Страшно, что только заблудиться тут можно чуть-чуть. Так, Альтух, пойди сюда.
ты меня обливаешь-то? Ладно, отходим тогда чуть-чуть. Ага, обмочи. Чтобы здесь принять их. Ух ты ж, блядь. Ух, блядь. Да? Где тут? Слева и справа без разницы? Тут все в тумане? Да. А, нет, вот справа подъем. Дегенератор где был? Я не находил. Он слева был, да? О, Фоги. Вон так, здесь есть тачки. Вон. We just walk right into the shit. What are you talking about? Here we nightmare up ahead. Все, по словам судья слове тут. Словесный понос убишь его. Здрасте все. Здорово. Смеса. Вот генератор. Вот он. Привет, блять. О, привет. Че, спустимся в яму или смысла нет? Булка. Да, наверное, пока нету. What do you do? Боги. Сейчас, 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 сейчас. Oh, you fucking bastard! Fell on me ass. Every step is perilous, friend. Открывать будем или сначала алярму сделаем? Алярму, мне кажется, давай сделаем. Ну уж теперь отсканим. Это оно был. Хорошо. Resource box. Пишу, сбегай кабанчиком, блядь. Комбайнчиком? Resource box. Так, где ты там? Толки берите. Bollocks, monsters. Resource box. Ага. Рассказывай. Да вылезь, подожди. Да не заражайся. Да нахуй ты кинул, ну блядь. Я не кидал ничего. Так я не тебе. Ламе, два. Кому? Майна и откуда? Или. Resource box. Там 613-е? Я просто не вижу отсюда, там в темноте все. 14. Тут 614-е, там 613-е все-таки. А, может это ее нахуй? Можно ее миновать, там, как всегда, скорее всего. Ну там ячейка есть. Ну толку от этого нет. Ну, типа нам ячейка же нужна. А, это в пизду пошли на склад. Не хочу, блядь. Не буду. На складе же тоже ячейка. Просто зона 613, скорее всего, снова огромная и снова бесполезная. Ну пока не посмотришь, не узнаешь. Здесь тоже особо без изменений. Вон какую-то хуйню поставили посередине. А, их тут трое, блядь. И у меня четвертый. Чё, давай. Я заряжаю на кувалду. Бью. Я буду смотреть. Хорошо. Терминатор. Ой, Света, блядь. Блядь, стой, Бишоп, пошел ты нахуй, пизда нам. Он сейчас поспиздит просто отсюда все. Тут еще. У него кефир. А, у него кефир. Все тогда. Ту очка. Три. Аптека. На сколько? На 4. А, он еще один кефир взял на 5, долбоеб. И вот-то, блядь, ты зайдешь, нет, алё, блядь. Фоги. Ло. Ло. А, его и нету, блядь. Понятно. Я говорю, с вами, Sleepers. Don't wake them. I'll call their friends, and we'll be in deep shit. Пошёл втыкать туда. Чё, тут так их разносим, не?
Аммо 2, аммо 4. Гоф Скот. Там еще большие стоят. Хорошо, я понял. Было мелких. Smoke them if you got them. We got company. Keep them peeled. Movement. Shit's picking up here. Я он умер, блять. Attack them. Валда плюс твой этот особое оружие с охуительным критом. Склад поменьше там. Resource box. Солидно меньше. Получше? Получше. Что он спиздил, блять? Сука, Фоги где-то нашел. То не заставишь подобрать, то сам подбирает. Гандон, блять. Вот какой есть. Чё, короче, в эту комнату не пойдем, все-таки что 13-е. Да чё ты нахер? Ну, блять, этим надо, чё они придут? Они вам не сказали? Ого. Ой, блять. Орёт. Скаут там или уже все? Кончился. Я не знаю. Oh, it's taking the piss now. Enough of the cryptic bullshit. We're shagged. Too many to count. Хочешь сразу обе две открыть? Я агрю. Давай. Может на мину или нахуй все крайне дверь? Вроде и не так уж много. Ну-ка здесь. Чё? Не, здесь не травит. То есть вот пока не спустишься никуда-то. Видимо. Одновременно. Или вон тот сканер. Давай отсканим. Ну то ставьте турели сразу. Так, у меня патронов только. Да, кстати, хороший вопрос. Откуда они тут попрут? А тут без разницы. Одна дверь, ага. Дверь-то одна, просто куда конкретно поставить получше. Вот, я вот сюда поставлю, смотри. Тут вон специально, блядь, как поставили ящик. Ну давай сюда тогда. А, я понял. Вот так вот. Во, нормально, вход будет простреливать, наверное. Я Фоги туда прокину. Хорошо. О, пули. Чё там, работает? Why don't you ever have any good news? My visual scanner says you fellas are about to die. Да, горшка с мукой. Got something. Bollocks, monsters. Attack them. Bioscan frame here. Общий. Resource locker here. Пишет, какого хуя ты такой долгий? Кефир. Tank the creeps. Resource locker. Tag the creeps. Нормальных там разделывают. У меня у турели скорострельность
53%. Так что я думаю... Я думаю, сейчас что-то в ноль улетит. Не, забей, это не то. Это не та игра. Сканы всего большие. Те разлетались на мелкие в перемешку с большими. И плюс тут было многоуровневый, по-моему, здесь. Фуги, блядь. И просто на земле лежали? А, вот они. Красиво. Что он разливает? Кто что разливает? Что он делает, блядь? Разливает. Что он разливает-то? Дезинфект. А у него же нет дезинфекта, откуда он его берет, блядь? Ой. Нашел где-то. Я проебался, как обычно. Все. Что-то их там много набежало. Видимо, турели кончились. Вот, вообще нормально. Ну вообще, топовая позиция просто. Открыл, свиней. Еще остались живые. Ладно, буду от вас ловить. Там, видимо, Бишоп сейчас поймает. Можете дальше идти. О. Вроде все успокоилось. Музыка и пульс. Ну да, мы в нее просто так пошли. Она в 613 лежит. Все успокоилось, кто-то сдох. Вот тут толку скушаешь как раз на этот турель. Кстати, мне что-то надо забрать. Турелька. Жрал тут? Да. Хорошо. Что тут осталось у нас? Эфир, медик, эфир. Все. Только подойди, я в тебя аптечку возьму, или казах, ты подойдите. У меня своя. Ну мне некуда, мне руки освободить надо. Сейчас я бегу. Тогда за руки я соберу сам. Забрал этого дебила, побежал. Да, дебилы, это сила. Там, в той зоне, раньше было сколько свиней? 10, вообще.
по-моему, на это, или 12 на эту зону было. La-di-da. Screen's blank. Фуги. Бегу. Make sure you dodge those feeders. Otherwise it'll call for reinforcements. And we do not want that. Все, зона чистая, еще фуги. Так же и выглядит, плюс-минус. Короче, изменений минут на 5. Ну, они ее поменьше сделали, более открытую. Если так смотреть. Такой хуйни не было. Только что-то ни одного прыща за всю игру так и не нашли. Ну подожди, там же прыщи были в комнате. Да, они с самого старта были. И шли вообще по всей... Ну, может, тут как сюрприз будет. Херня за какая-то. А может, сюда тогда отойдем, какую-то дверь целую? Вон, на длину сейчас поставим турели, как на Ешке. И пусть они еще идут сюда к нам ломятся. А вторую? Извините, я один. А чё ты не позвал никого? Чё ты опять-то один? Судя по всему, ответа, как обычно, не будет. Видимо, да. Сюда вынесли. Ты у кого? Зона Ай. Movement. Keep them peeled. Movement. Здесь только амма и мед. Амму Е. Медик Джей. Знаешь, большого смысла там нету что-то делать. Bullshit. Smoke them if you got them. We got company. Там мед. Ой, амма. It's about to get very cagey. What are you talking about?
My motion scanner says you fellas are about to die. Стоит игра своих денег? Нет. Заебись, сквозь текстуры долетает. Не с кем, а где? Да. Хорошо. Как мне к вам пройти? Ёптать. Там нужна зона И. Ну, внизу туман. Богов больше у меня нет. Дверь вон есть какая-то. Ну... С учетом отражения могу предположить, что мы там уже были. Зона. Ага. Зона Е. Там же где-то фоги валялись на полу, да? А где зона А, может? Нет, нихуя. Интересно. Вот здесь она. Если, вот если в нижнем уровне мы не были. Да, вот она. Можно было так и не делать. А никто ничего не сделал бы. Так и остались. В зоне я так и остались. Потому что у меня медик в руках. Я вам говорил, заберите. Охуенно, блядь. Эй, зона Е, ты зачем, блядь? Вот она. Зона F. Здесь, вот. А чё их здесь разливать надо? Ну, разливай.
у тебя разлив. Resource locker. Resource locker here. На 30%. Бывает. Don't shit it, but we got a few. Movement. Так, здесь пока такое же. I've tagged them. О, ключ. Кефир. Давай их выманим отсюда. Думаешь, надо? Ну ладно. У меня одна мина. Хорошо. Терминал. Целка вот в С. Да, максимально упростили, короче. Ямапак здесь. А, вот уже наверху. Хорошо, там фоги, а я пошел ячейку тащить дальше. Вот, вот там опак. Мне два сразу лезет, если вам некуда его девать. Здесь два. Кушай. Охуенно, блядь. Он берет назад, нахуй, откатывается. Вот, хорошо. Три дебила к вам идут. Фонарик. Скажи Бишопу к себе идти, да он сам поднимет тебя. Где ты? Наверху. Где ёбаный бот? Плывет, блядь. Он придет, блядь. Хорошо, а где две еще ящейки? 600 этой? Ну, в кровавых дверях. И дальше вот. Вот здесь. Где ключ? 607, 608. Ага. Что, больше нет нихуя? Осталось тут что-нибудь? Нет, нихера на карте ячеек. Чё, похуя? Да что-то еще слишком много их осталось. Ну, для упрощения. 608, 609, 607. О, 600... Давайте потом мы сейчас пойдем. Так, 609 мы сейчас находимся. Вот.
Ну, теперь сейчас подожди. Для начала вот так сделаем. Все? Все. Да. Подожди, еще раз. 608, 609 и 607, да. Ну, 609 это вот это вот, где были кровавые двери. Терминал на северо-западе находится. Там, где, там, где генератор стоит. Тут зона-то, типа... А, Б, все. Ладно, это ваши, короче. Может, это та, которая в генераторе? Навряд ли. 606-й зоне. 606. Это в генераторе, которые... А, охеренно. Короче, у них баги от рандауна к рандауну еще и сохраняются. Типа, этого же не должно быть. Как во втором рандауне? Вот 422, ну да, вот. В генераторе. Я молчу, тогда все. Хорошо. Лярма? Нет, пока что. Нет, вот это. Ну, пока что нет. Get over here. Ладно. Здесь, наверное, должно быть две. Tank the creeps. Чё ж, ну, по-моему, с ней тогда интересно. Жаль, прыщ не стоит. Рама. О. Ушли. А, здесь, помнишь, дверь была сломана. Resource locker. It's about to get very cagey. What? We're shagged. Too many to count. Smoke 'em if you got 'em. We got company. Зона F, целка. Моя агрессия. Зона F, рефилка. А ячейка где еще раз? Также в F. FF. It's about to get very cagey. What is wrong? We're shagged. Too many to count. Какая нахер польза от этих глухстиков, блять? Они что ярче, что ярче, что не ярче, их только уж три штуки в одну кучу накидывают, чтобы они хоть какую-то яркость давали. Вот ячейка. Буст не красив. Красиво. We'd be overrun in no time. Я понес ячейку, короче. I've tagged them. О, это мое, блядь. Not save sausage. Чего он говорит, не жрите сосиски? Да. Хорошо. Плохой человек. Как не жрать сосиски? Класс, четвертый. Ну, я ногами играю. Минус лазерным, да? Чика. Ну, понятно, блять. Ну, что это за хуйня, блять? Че, я вставляю батарейку или ну, пока так? Четвертая же. Или там, может, где-нибудь еще что-нибудь будет. Четвертая, я это нормально вставляй. Нам пять их надо. Ваткнул. Типа, то, что сказать, что они обосрались. Да. Закрывай его за собой. Казуал вершин. Вообще пиздец просто максимально. Вот
там что-нибудь. Я просто так максимально надеялся на Дэнни, на твою ешку. И очень расстроен то, что я увидел. Ёбана, ты поставишь ее сегодня или ты все, умер? Подожди, сейчас, еще одна попытка. Пизда. Ёбаный рот. С другой стороны, может? Или на землю. Ёбан, ебать. Он, оно все-таки умнее, чем Авен. Оно эволюционирует. Или, блять, она сейчас нахуй разрядится в ноль, потом мы ее не восстановим. Ай, пизду. Это у нас на складе еще 500 вольт, блядь. Все, похую. И там же яма на 4. Все, похую, похую X2. Жди, Альтуху, подожди, блядь. Да я просто так кинул турельку там. Ну я просто так кинул эту турельку. Tank the creeps. I've tanked them. А, собственно, да, теперь он вниз ходит, а не только поверх. Я понял. Ого. Я думаю, пора турель снимать. Видимо, бесполезно. Их ждать с другой стороны. Наверх. О, себе контент. Чё там, контент? Да. Теперь должна быть пул. Ну почти. А, я понял. Вот там. Никого. Зачем он сделал? Не знаю. Дверь открылась, закрылась? Или мне показалось? Естественно. Все. Иди нахуй. Ладно, турельку потом заберу на обратном пути. Вот, ну-ка, сколько у тебя турель? У меня ровно один юз. У Альтухи. У Альтухи осталось 24 выстрела. То есть это два раза зарядить в нее можно. Follow me. I'll follow your lead. Кормил. Ули-ули-ули. Дырка. Ах ты, отверстие технологическое. И нахера это делать? Обезвредил. Успеем минут. Я гранату взял. Ну, в смысле, гранату. Хорошо. Стрим. О. Давай. Не, не полезу, не хочу, блядь. У него очко дырявое. Твоя? Нет. Жаль. Ёб твою мать, блядь. Только, только боту не показывайте. Я большую заберу. Ну, это я сейчас себя запихаю. Обезвредил. Иди раздуватель, раздувай. Ага, бедной гранатой? Блять, раздул. Сами раздуваете. А, кстати, вот. Ну давай, справиться. Ну я ему не особо сложную задачу дал. О.
Нихуя он его не кинул, короче. Кидай. Надо? Это... У тебя надо облить или нет? Да мы можем помыть. Ой. Тоже верно. We'll be overrun in no time. Here we go again. Smoke 'em if you got 'em. We got company. Сколько мы уже? 55 минут, пиздец. Самая долгая миссия на рандауне. Куда еще не идем? Зачем? Целка, вытащи нам и вынесем. Ключ найден, путь съеден. Ну, пошли бы вы нахуй сюда. Ключ найден. Ну давай, а мы пока отожремся и все. Ой, все, пошли помывочку. Жопы будем друг другу мыть. Хорошо. Смотрите мне волосатую жопу. Немножко психанул. Чё, не сдох? Нихуя себе. Аллах тебя зарил. Амина чья? Бота. I apologize. Наебал, блядь. Ну хуй наебал, блядь. Так, теперь интересно, какой здесь будет у нас последний этот. Ага, Сюрж прибегает, 70 танков, 50 матерей, разработчики, цыгане, блядь. Все и говорят. Они... И говорят, это гигабайт, да? Гигабайт. Гигабайт. Как это наимешь, блядь? Дави рыжину на больное, блядь. Я это придумал. Гигабайт. Да, кто, блядь? Гигабайт, блядь. Пидорасы, заебёте. Где этот сука один, блядь? Чё ты... Подожди, сейчас он полетит, смотри. Сейчас, подожди. Сейчас все будет. Я даже свет включу, блядь. Надо отвернуться. Не-не-не, бесполезно, нет. Смотри, он сейчас... А? Думает. Авен, какую стену выбрать? Вот это мне нравится больше. А, ну в принципе симулятор Авена. Кто по нему скучал, вот. О! Ой, ребята, я вылетел, мне в танк попали, блядь. А чё так тут далеко? Нормально, она всегда такая была, широкая. Когда опять надо будет травиться. Да. Тут тройная аптека. Resource locker. Я отхилился. Мне похуй. Я на склад пошел. Стоит тут сюда. Пожрать, что там есть. У тебя на сколько аптека висит? У меня на 3. Блять. Можешь мне юз залить. И мне 2. И мне 2, кстати. Да. А склад у нас. На восток, на Е. На Е нас, по-моему. А в Ешку пойдешь под? Не знаю. Надо эти две закрыть. Этот сложно пройти вот еще. Resource box. Такама в кого лезет? Один. У меня. Всех. Еще Д2 супер сложно пройти. А, Д2 же еще. Я боюсь, мы вот этот не пройдем. Вон склад. Если пройдете по любому до глаза, пиздец. Found a resource box here. Блять, ну наверное полезнее будет. Ёбаный рот. Ебать тут. Пиздец, тут 9 дезинфекции.
еще больше, чем было. Заберите туда пену хоть вот. Там сколько было? Один был на 5, по-моему, да? 6 был от всегда. Очка. И еще пара. Аму 4. Хил 5. Хил. Спойлер, но выберите фок. Да, думаешь? Блядь, а я думал, приеду, дайте, блядь, дюсалей, блядь, пиздец. Бальтуха, тебе лезет что-нибудь под уровень? Мне нет. Мне 12% лезет. Если на плохо вливаем, давай. У меня медик на 4 с собой и пенная граната. Кто-то залетел. Да какой фонарик, он мне нахуй не нужен. Все, я фуловый. Ну, в принципе, та же хуйня. Женщины оценили, что ты фуловый. А, мне еще можно, конечно, аму залить на это, на первое оружие, ну ладно. Вы охуели, батенька, блядь. Да поехали, уже нехуй тут ловить. Согласен. Карта меньше. Мне интересно. Слушаюсь. Максимально скучно стало. Интересно, а можно дюкнуть? Ха! Кстати, походу можно. Resource box. Я пробовал. Follow me. I'll follow your lead. Что же делать? А! Ты хоть турель поставил? Охуеть. Никогда такого не было. Get in the bioscan. Yes. 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 Pick up your deployables. Ну, я туда, откуда эти чуваки ползут, да? Tank the creeps. Wait me. I've tagged them. Tank the creeps. Ты попал. Это был не я. Какой же ты глупый, блять. 92 хп аптечка, спасибо, помог. Кто мне залечит раны? Кто? Ну да. Недалеко ушло. А, еще наверх пошло. Вообще. Наебка для уёбка. Уёбка для наебка. Так бывает. В жизни так бывает. А все, нет? Застревает, нет. Я раскапываю. Класс 75. Ну хоть не рабочий. Ну все, теперь. Теперь уехали? Да. Спасибо, до свидания. Увидимся на альт... По рядовой турелька. Увидимся на альт-альт-рандауне тогда. Альфа, бета, гамма, там. А где туман до потолка, блядь? Что? Старта. Какой туман до потолка? Ты что? Кто такой туман до потолка? Сик, это слово. Alpha, your lead. No. О, мы сквозь эту хуйню ходим. Ну ладно. Well, they sound hungry, don't they? Yes, I hear it. I hear it too well. Attack them. Все, прощай, боезапас. Attack the creeps. Я вообще второй раз в этой игре бегу с этой поколкой. Attack the creeps. Да. Хорошо. И вот так, блядь. Ты думаешь, их засосет? Что такое, блядь?
Шахматы, блядь. Чё это за хуйня сейчас будет? Шахматы, блядь. А, бля, турельку забыл забрать. Давайте говно скин, говно цвет, попрошу. Хорошо. О, агрессию дали. О, рюкзак. О, говномаск.